пойдем уже куда-нибудь окунуться. Такая вон здесь не очень приятная. Ну что ты, ну чем она отвратна, вот скажи, вот ты говоришь, Галина, прям, чем она? Ну потому что смотри, людей куча, куча людей. Цвет воды некрасивый, у нас вчера вообще просто песня была. Людей очень много, вот еще и воняет. Как-то так. Так понятно? Ты слишком прицел. Да, да, я слишком. А кто только что пляж искал, не знаю сколько времени. Я хотела просто не булыжники, и все. Смотрите, тучи, вот после обеда опять заходит туча. Ну ничего, нам это все равно, я хочу уже быстрее нырнуть туда. Нырнуть туда. Там еще и... Что ты собралась фоткать? Я снимаю. Мы наконец-таки выкупались с Юлей. Мы наконец-то выкупались, охладились и спряталось солнышко. Солнышко спряталось, и смотрите, цвет воды. Но зато здесь песочек, не как вчера камни, а песочек. Загар под босоножки. Все пляжи полные, полнюсенькие людьми. Нет вчерашнего эффекта, как вчера по камням тяжело было ходить. Сегодня песочек. Вода теплая, теплая. Вообще, да, Юль, скажи. Очень теплая вода. Да, какое интересное небо, смотрите, с белыми такими прошарками. Так прикольно, да, как вот такое слоистое, как будто. Будто слоистая. А тут пляж в голубых зонтиках, в сине-голубых. А здесь таких оранжевеньких. Тут флаг Украины. Когда-то нам рассказывали, что здесь этот пляж держит украинцы. В прошлом году Света нам рассказывала. Не знаю, в этом году как. Но Украина тут есть. Флаг Украины, вот тоже покрашено. Вот покрашено. Киев, Одесса, Днепра нету. Знаете, главное чего-то очень сильно захотеть. И вот мы, честно говоря, когда в прошлом году здесь гуляли, я даже не могла поверить, что я могу еще один раз попасть в это же место. Вот, пожалуйста. Так что было бы сильное желание, и все можно. Как это? Вселенная все подтянет. Главное, правильный посыл в космос. Пошли сюда выйдем, Юль. Может, мы тут где-то сядем на лавочку, подождем, пока... Наша Светлана за нами едет и заберет нас. А я помню, как мы в прошлом году здесь с Сашей фотографировались. Где-то даже могу вставить здесь фотографию на этой же набережной. В этом году я, к сожалению, без Саши. Но таковы наши реалии. А куда? Надо выйти вот сюда. Это здесь велосипедная, Юль. Вот сюда на аллейку выйти. А здесь? У меня тоже что? Даже с пляжа, ничего страшного. Приехали в Каракур Маркет. Здесь кокосик. А нет, это ананас. Вот кокосик за 5 евро. Вот такой вот. Я не буду его пробовать. Уже грецкие орехи наши упаковками. А вот смотри, здесь по акции арбуз. Мне кажется, мы чуть-чуть дороже брали. Да я не помню. Я это не запоминаю.
Вот это что, абрикосы такие? Угу. Ух ты. Не похоже на персики. Да нет, это абрикосы. Хотя хрен. Очень похоже на персик. Можно взять попробовать завтра с собой в дорогу. Но... И обосраться, да? Все, наверное, вкусные, а эти никто не берет. Ну да. Нет, передумала. Это не они. Боже, почему они такие деревянные? Деревянные. Просто деревянные. Так, она взяла эти. Юля, берем эти. Она взяла эти. Что один? В смысле? Ну, давай попробуем, господи. Сколько той жизни? Обосремся так обосремся. Надо что-то с собой взять. Вот мы их возьмем с собой. О, какие прикольные, кстати. Попробуем? Не, они какие-то пустотелые. Такие, да? Да? Угу. Как пустотелые, угу. Реально. Угу. Не, ну я, наверное, оно мягкое, капец. Да? Угу, просто... Mm-hmm. Может, помидор таких нужно брать? Или что-то брать каких-то? Есть? Есть тут по евро? Как в Германии, знаешь? Вон, евро снизу, эта упаковочка последняя. Евро 85 вообще-то. Ну, а это 3. А. Может быть, те возьмем? Хотя, чем они отличаются, непонятно. У них один код, по-моему, с этими. Может, это кто-то случайно положил туда их? Да. Да. Нет, то не они. Не вводите в оману людей. Владимир, пустой магазин. Просто, может, мы какой-то салат типа сделаем, нет? Эти воняют? Они не пахнут. Они не воняют. Не пахнут помидорами. Не знаю, 2,48, наверное. Что, У нас есть тирамису. Будем на это все тратить время. У нас целый час гулять по магазину. Пойдем лучше на тренировку посмотрим. Смотрите, вот такие вот нарезочки по 2 евро. 80 грамм. Здесь дорого? Наверное, тоже не дешевая, я тоже так думаю. А цена на ней есть? Хочешь посмотреть? Да, это 11,86. 11,86. Угу. По 5, по 6 евро половинки. Тут много всякой, кстати, разной колбасы. А вон вот эти вот поджарки, обжарки, поджарки, я не знаю. Куски мяса просто нарубленного. Я не хочу здесь сосиски. Смотри, Юля, суши. Но мы брать не будем. Сказали, что лучше не брать суши. Вот типа такого. Смотри, вот они. Типа спагетти с ними сделать. А вот же эти кальмарчики. Это осьминожки. Это осьминожки? Ну ладно, щупальца и осьминожек. Вот это вот они 8,90. Что такое 4,90? Что-то непонятно, вот что. Панелия, да. Осьминожки мини. Тут по-богатому живем, поэтому можем позволить себе сыр взять. Может, не будь? Взяли такие морепродукты. Хотим спагетти сейчас сделать. Я не знаю, что тебе ответить на твой вопрос. Мы нашли другой. Сливки, за евро 45. Сливки, теперь у нас сливки. Мы хотим спагетти сделать с морепродуктами. И багетик, да, вот этот за евро? Ой, Юля, а тут смотри, что еще есть.
Всякие пироги такие вкусные. Не факт, что они вкусные. Может, и не вкусные. Не знаю. Цена у них тоже непонятно. Что это? Да. Взяли этот, взяли тот. А где спагетти? Да тут много выпечки на самом деле, вообще очень много выпечки. Зачем очередь? Может, нам нужно в очередь становиться? Колбасу нарезают все. Вот эти вот, боже, такие огромные колбасы. Давай нарежем 100 грамм. Ну, попробуем, мы же должны попробовать прошутто. Ну что? Это бризолово, это не, ну, не прошутто. Видишь, какую-то часть это говядина. Угу. Мне кажется, она тебе... Ну, давай попробуем. Мы должны попробовать. Ничего есть. Нет, это нам не нужно. Вот смотри, как они тоненько режут. Надо попробовать. 19% скидка, ты что? У меня уже слюни потекли. Я есть хочу, просто меня здесь не кормят. Мы полдня гуляем, ходим, конечно, уже проголодались. Смотрите, те же морепродукты, только мы гораздо дешевле сейчас приготовим сами. Я говорю, смотри, цена. А мы сейчас их сами быстренько приготовим. 45,90? Смотрите, сколько тут полуфабриката вообще, неимоверное количество. Можно спагетти не готовить, сразу купить. Но мы возьмем и приготовим сами. А вот вообще тоже. Все готовое. 5 евро. Смотри, говорю, Юля, все готовое. Вот тебе картошечка непонятная с курочкой, вермишелька. Ну, такое. Ну, бывало и посыпать. А вот какие там бургеры такие. По 10 почти евро. Количество сыров. А мы там 2 евро. Вот тебе нарезанные 2 евро. Вот пармезан, нет? Выглядит как пармезан. Сколько стоит? Пармезана, да? Полкилограмма 11 евро. Вот, пожалуйста. А вот по скидке опять оферта. Оферта. Это тоже какой-то твердый сыр. А вот есть такие тут морепродукты. Вот готовые салаты. По 5 евро вот такие коробочки. Ну вот ракушки. Бери. Бери, просто как-то разогревай, наверное. И готово. По 15, 16 евро вот эта вот ложка. Дороговато. Деликатес 2,59. Что это такое? Анчоусы или нет? Да нет, анчоусы не так выглядят, да? Юль, что это такое? Ну, это как рыбка, анчоусы. Ну, анчоусы или нет? Да. Я думала, что нет. Опять слюна покатила. О, ну вот это... Ну, если бы я умела тебе готовить ракушки, мы бы взяли. Они, кстати, вон, минус 30%. Но я не умею готовить. Я не умею. Сори. А вот наши, смотри, эти вот вкуснейшие, которые. По 8,99 целый сменок. Да, 8,99. Ну это ж килограмм. Это ж не одна штука. А вот Starbucks. Соус или кофе? Кофе в таких металлических. Это ниже, а вон. Рапучино, кофе. Кофе? Да. Вот это, наверное, панна фреска, это сливки. Это десертные сливки, это не подходит. Выпечки, видимо, невидимо. О, Юля, мы должны попробовать вот такие оладушки, смотри, запаянные. Нет? Прям запаянные уже. Мне кажется, они не вкусные. Или мне такой, что оладушек, надо будет маме сказать к моему приезду оладушек заказать. И что, мы ничего не попробуем? А вот маме тунец. Да, мне тунец мама заказала. Вот сверху вот это что, Юля? А сверху
Тону. Тону, наверное. Давай смотреть. Да. А вот оливковое масло. 6,90. Мне нужно... Мама мне заказала тунец. Значит, я должна взять. А ну-ка, можешь, пожалуйста? Это же в стекле вести. А вообще-то оливковое масло должно быть в стекле. Ну вот это какие-то закуски, а вот то может быть... Так, что ты? Юля, смотри, возьмем вот эти вот это два сыра. Это не тунец. А что это? У меня как ветчина. Это тунец. Да? Сейчас переведу, конечно, но это вроде тунец. Пиано, милк, перга. Смотрите, продается прям что-то медовое. Лавация. Так, сколько ее здесь? Лавация. А смотри, здесь и... А, это полкилограмма. Это маленькая. Вот мы брали вот такую большую. По 6. А мы видели в нашем магазине почем? По 5? 8. Или по 7? По 8. 8 с чем-то. Полкилограмма сколько? 10 евро. Вот какой-то тоже кофе для турки типа. Прекрасно, я считаю. Ну, типа светлее попробуем. Мне кажется, что тут и нормальная цена. 6,39 евро за 3 штучки. Кажется, что я скоро помню рукой. Ну смотри, как он классно выглядит. Вообще. Вот это еще лучше выглядит. Может быть, но может быть оно невкусно. Но это же апероль. И уже готовый. Это что-то другое. Ну так это может тоже такие безалкогольные прикольные напитки. Ой, это алкогольные, слабо алкогольные напитки, прикольные такие. Я просто боюсь сумму на кассе это слышать. Мне же страшно. Ай, не выдумываю. А это какая хрень? Я не знаю, что это. Выглядит симпатичненько. Ну, вот какая-то, видишь, солидная лимончелла. Ну, это дороговасенько. Вот лимончелла 4,29. Ладно, в общем, посмотрим еще где-нибудь. Может, мы где-то тут будем в другом магазине. Может, мы поеду найдем. Да. Я не знаю, я бы много чего прикупила. Но, во-первых, это все финансово уже как-то... Уже как-то финансы заканчиваются. А во-вторых, как это все еще вести? Очень, очень, очень... Уже и так большая сумка. Какое? Как у нас в Келлахе? Сколько? 200. А здесь сколько? 459. Сколько? Папа! Не знаю. Ну, тоже 200. Брали уже с магазина. Наша козочка. А что это? Навесик картон. Это ты чувствуешь пальцы. А зачем? А, потому что от цвета... Отсвечивает. Сделали картонный. Вот она. А тут карты, типа, ты сама заправляешь, да? Ты вот так, типа, нажала. И теперь ты будешь... Так, кстати, хорошо придумали, между прочим, люди. Так все как у нас, только тут не нужно никуда ходить, да? Ну, за селс, это, типа, если будет кто-то, это будет намного дороже, типа. Там цена выше поднимается на 50 центов. За то, что тебе кто-то заправит? 1 литр, да, там 35-50 центов идет, если меня кто-то будет заправлять. Вообще уже нормально это? Нет, получается, добавляется 0,35. У нас ничего не добавляется. У нас все мы сами делаем, ой, точнее, делают за нас, ничего не добавляется. Кстати, магазинчик. Ой, едем домой кушать, готовить. Кстати, вот эти вот персики, которые мы купили, это как-то персик-абрикос, наверное. Потому что по вкусу, как персик, как оно, скрещенный с абрикосом. Очень вкусно. Очень сладкий, вкусный, вообще обалдеть. Вот она, это, как она, хозяйка Оленка, делает нам ужин. Мне надо солька. Не знаю, я сольку вижу. Она говорила, ну, где-то я... солька. Ну, вот она. Это будет вкусный ужин в 12 часов ночи. Да? Диетически. А что, у нас в Германии было по-другому? Знаешь, что торт жрал 12 часов ночи? Я. Пока я купалась, Юля приготовила нам ужин. Спагетти с морепродуктами.
выглядит очень симпатично. Я накрыла на стол помидорчики. Этим сыром присыпем сверху. Не знаю, что за сыр. Взяли, не очень дорогой. Чисто итальянский ужин. И бутылочка вина будет. Это я уже понимаю, отдых. Открывается бутылочка винишка. А вкуснейший. Не, все хорошо у нас. Я не пью, шучу. Это просто антураж. Или как? Атрибутика. Красивого фото. Ой. Это салфеточка и пот вытирала. Тебя не смущает? Сначала рискнула, а потом... Короче, какая-то доля сомнения у тебя возникла. Ух ты! Профессионал этого дела. Давай, за столь прекрасный наш отдых. Никол, не чпок. Оно еще ничего. А это я выбирала, между прочим. Настаивала просто. Возьми, пожалуйста. Да. Нет, вообще-то. Я уже ждала тебя. Ужин был вкусный, потому что мы ничего не оставили. Потому что мы что? Мы ничего не оставили, потому что мы все съели. Катенька сегодня мазалась эспрессочком на нос. Да это у тебя со вчера еще. Но ничего не помогло. Просто со вчера осталось. Да, с краснючек. Все остальное нормально? А нос — это жесть. Нет, ты с носа поразовела. Да, но вот на камере чисто только нос. Чисто нос. Все, ребятки, всем большое спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. До новых видео.